внутренняя часть повреждена. И как мне понять, что тут написано? Что ты делаешь? Я пытаюсь прочитать эту тупую фреску. Авиль, будь вежливей. Прости, Ахау. Я не хочу оскорбить Кукулькана. Я изучаю фрески, чтобы стать змеиным стражем, как мой отец. Уверена, он тобой очень гордится. Но что, если я не понимаю, чему они должны меня научить? Может, я помогу тебе? Как думаешь, твой отец будет против? Правда мою? Дитя, я уверена, твой отец был бы рад узнать, что Ахау помогает тебе. Отлично. Часть первой фрески я поняла. Это вода. Ну, что-то насчет воды, кажется. А остальные я еще не смотрела. Давай я схожу, изучу все эти фрески, а когда вернусь, мы их с тобой обсудим. Буду тут. Кстати, я Лара. Авиль. Когда то, что было над ним, окажется внизу, съеденное станет едой для посевов. Почва, земля, Ахмон, бог Маиса. Скользи в нем, как птица, но не дыши. Вода? Тогда он — это Чаак, бог дождя. Thank you.
мулях, ты мулях. Хочешь? Сегодня тут людно. Куколькан обещал нам процветание, но многие делают и свои подношения. Он стирает тьму и приносит день. Это про солнце. Бога солнца зовут Кини-Чахау. Боги на фресках и дают жизнь, и забирают ее. Гармоничное сосуществование. Эти фрески учат дуализму жизни и смерти. Не просто для ребенка. Quali da qui, chi che lo ha?
Майю, где Авиль? Что случилось? Не знаю. Отец пришел и забрал ее. Сказал, что в награду за успехи в учебе он разрешит ей участвовать в каком-то обряде. Обряде? Обряд пробуждения. Ахао, там приносят жертву ребенка. Думаешь, отец Авиль может ей навредить? Я знаю его много лет. Сегодня он пришел и смотрел, будто сквозь меня. Его глаза были черные. Пустые. Куда он ее увел? В заброшенную деревню. Пожалуйста, торопись. Они тебя ждут. Сюда. Давайте начнем.
О, Ахао, я дарю тебе свою собственную кровь, свою дочь, Эвиль. Ее разум и дух сильны, я никогда не видел такой силы. Я так горжусь моей Эвиль. Из нее получится отличная жертва. Возьми, это нектар пробуждения. Услышь меня, Кини Чахао, лицо солнца. Я отдаю тебе Авель, избранную. Она выпьет нектар пробуждения, а затем ее сердце достанут и бросят в пламя. Я отдаю тебе свою плоть и кровь и умоляю тебя не гасить наше солнце. Авель, это Лара. Когда я скажу, беги прямо к Майю, ясно? Авель, беги! Лайли Тополече, Тумен Уэйянтин Уэтел Кукулкан! Почему мне кажется, что это не конец? МСС для Акобо. Патрик Инхани. Штаг для Колело. Кукулинкас Вахмея. Атия Линтех Кукулкан. Они тебя ждут. Сюда. Давайте начнем. О, Ахао, я дарю тебе свою собственную кровь, свою дочь, Эвиль. Ее разум и дух сильны. Я никогда не видел такой силы. Я так горжусь моей Авиль. Из нее получится отличная жертва. Возьми, это нектар пробуждения. Услышь меня, Кини Чахао, лицо солнца. Я отдаю тебе Авиль, избранную. Она выпьет нектар пробуждения. А затем ее сердце достанут и бросят в пламя. Я отдаю тебе свою плоть и кровь и умоляю тебя не гасить наше солнце. Авель, это Лара. Когда я скажу, беги прямо к Майю, ясно? Авель, беги! Бабах бейо, хелуль чайте, чоцилиль кукулька. Почему мне кажется, что это не конец? Кундулин лакцил. Мату бейта лимбоке си кимбай. Кукулкан калантикол. Кундуни шокол. Бакбачеш. Кенцаба валкила. Бейохе лучай коцили кукулкан. Кубинин.
Авиль, ты в порядке? Да, я спряталась, как ты сказала. Ты умница. Зачем ты прервала обряд? Авиль, тебя собирались убить. Но так и должно быть. Я была избрана. Моя жертва не позволила бы Кеничи Ахау забрать солнце. Отец сказал, он мечтал об этом. О том, что я особенная. Авиль, мечты могут сбываться не так, как ты ждешь. Что, если ты должна остаться здесь, на земле, и направить свою силу на то, чтобы стать величайшим змеиным стражем в истории? Ты правда так считаешь? Да, правда. Скорее бы сказать папе. Авиль, твой отец... Уехал на какое-то время и оставил Авиль со мной, чтобы не отвлекать ее от учебы. Конечно. Мне столько предстоит выучить. Лучше начать поскорее. Спасибо, Ахао. Да, спасибо, Ахао. Я прослежу, чтобы об Авиль позаботились. Прошу, возьми этот лук. Он принадлежал моей маме, лучнице Орла. Пусть теперь послужит тебе. Спасибо, Майо. Времени прошло всего ничего, а как Эцли возмужал. Он лишился обоих родителей. Интересно, как он держится? Он справляется с этим лучше меня. Это точно.